Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал FreeSend Games, а у нас начинается Geo. Ну, на самом деле, оно уже закончилось, по идее. По идее, да. Почему? Потому что теперь Geonosis будет выходить в другом формате. Я подумал, немножко пораскинул мозгами, остатками, и подумал, придумал, какую, значит, теорию. Значит, смотри, мы теперь будем снимать не поэтапно, а по пачкам. То есть, одно видео будет посвящено полностью битвам за Падме пак, одно видео будет посвящено полностью битвам за Сревен пак, за Млюка, за Рлюка. То есть, все будет идти отдельно, не поэтапно. Почему? Потому что этапы, по факту, никого особо не интересуют. Интересует именно битва за ту или иную пачку и где, как себя она хорошо или плохо показывает. Именно так мы с тобой сейчас и поступим. Поэтому где-то будут вырезки, срезки, еще что-нибудь, переходы красивые, кривые. Как получится, извиняюсь, монтажер из меня никакущий. И начнем мы, наверное, с флота сегодня, да? Флотилию полностью, целиком и полностью пройдем. Поехали. Первое, переговорщик, естественно, ну здесь как бы без вопросов. Давай выбираем переговорщик, он у нас в R8, но не у нас, правда, а у Антохи. Буквально секундочку, Алиса, громкость на 0. Вот, просто она пикает без остановки, она меня прям раздражает, и при этом она еще подслушивает, понимаешь? Она слышит вообще все, что тут происходит, а мне это не нравится. Так, делаем мы как? Вот так, наверное, вот так, пло, конечно же, и консула, конечно же, вот таким вот образом. Поехали, помчали. Ну, с флотом, я надеюсь, мы справимся. Вот как ни крути, а флот должен у нас заходить хорошо, тем более, что здесь все пацаны красивые, нарядные, прокачанные. То есть даже у меня на основном аккаунте, в принципе, все неплохо заходит, хотя у меня далеко не R8. Так, давай мы сделаем таким образом, наверное. Я на самом деле многих аспектов не знаю, поэтому это как... обычно, это не гайд, это не совет, это больше практика, тренировка для меня лично, ну и чтобы ты опять же посмотрел, что где как получается, накидал советов и, возможно, взял себе что-нибудь на заметочку. Так сказать, обмен опытом. Здесь у нас все хорошо, но мы, в принципе, возьмем тебя, хотя можно было, наверное, взять Непло, а, наверное, надо было взять консула просто для восстановления защиты, потому что консул хп не восстанавливает, а вот как раз таки пло хп восстанавливает. Давай бонусную мы сюда дадим, просто чтобы она была. Ага. А ты подожди, я сейчас перейду в атакующую форму, я тебе покажу, расскажу, почем халва на Любецкой. В смысле, а где у меня атакующая форма? Малеха сейчас не понял. Она еще пока не открыта. Бляха, хреново. Отжали мою атакующую форму. Ну ничего страшного абсолютно. Мы и так затащим. Надеюсь. Ой, слепота. Так, а здесь же есть слепота, да? Есть. Ой, слепота не помогла. А как нам быть? Давай здесь ультанем. Здесь не имеет смысла от массового призыва. Хотя, с другой стороны, как раз-таки, наверное, имел бы смысл. Мы бы как раз сбросили... они бы все пришли бы на поддержку. Поддержку и сбросили бы с себя слепоту. Ну, вот кто-то попал, кто-то не попал. Держи вот так. Держи вот так. И добивочка пошла. Отлично. Возможно, косо. Возможно, криво. Но наша основная цель здесь не сбережение отрядов, не еще что-нибудь. Наша основная цель — это зайти и победить. Ну а теперь поехали к следующей битве. Продолжаем наш флот. Значит, все так же у нас переговорщик. Здесь у нас особое задание. Галактическая республика. Оно пока что для нас закрыто, к сожалению. А может быть и к счастью, не знаю. Посмотрим, что мы здесь можем высадить. Это Плокун, UBTL. И еще один UBTL. Но со своего основного аккаунта я, в принципе, Плокуна могу туда закинуть. А вот UBTL вряд ли получится, потому что он по звездам просто-напросто у меня не дотягивает.
Так, ладушки, остается все то же самое и, наверное, залетаем. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Сейчас мы разнесем вражину, надеюсь. Потому что на своем аккаунте, если честно, я проиграл флот. Просто как-то вообще беспроблемно вроде затаскивал, а то хоп, зашел и все, и слился. Обидно, бляха. Так, на тебе, наверное, вот таким образом. Вот таким образом. Еще вот таким образом. А я вот так бахну. Хотя это особо смысла не имело, но тем не менее. Так, давай я сначала, наверное, в этот раз все-таки консула призову. Потому что мне хп восстанавливать не имеет смысла. Великолепно. Бейте, бейте его. Ага, в инвиз не получилось уйти, да? А что такое? Да ты не расстраивайся, в следующий раз у тебя все получится. Если в следующий раз для тебя наступит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какой же, сука, злой все-таки. 256 тысяч. 152 тысячи. Просто размотали и уничтожили вражеский флот. Не просто победили, а реально прям размотали и уничтожили. Ну, допустим. Две звезды. Две звезды нам надо брать. Вот тебе, пожалуйста, размещение. Подожди. Мы же Пло брали с собой. Твою дивизию. Так-то можно было бы его туда закинуть во взводы. Но не вышло. Ладно, хорошо. Поехали дальше. КЛС пак. Тем не менее, давай будем пробовать сюда завалиться КЛС паком. Посмотрим, что из этого получится. Хотя, опять же, тут еще РСМ есть как вариант. РСМ у нас сопротивление. Так, а повстанцы? Давай попробуем. А кого сюда еще взять? А, ну в принципе Си-3ПИО. Да, потому что в Падме паке там все равно нет места для Си-3ПИО. Ну поехали, будем пробовать. Не знаю, как получится. Возможно, КЛС-а куда-то в бонусную категорию впишем, либо еще куда-нибудь, потому что за него пройти все боевки, мне кажется, будет, ну, нереально. И кому? Допустим. Хорошо. Отлично. А, ну да, нет, нормально. В смысле его бьешь? Хераси, КЛС с двух выстрелов практически. КЛС, живи. Живи, бро. Твори добро. Бляха. Хоть бы он выжил. Стан, давай сюда попробуем дать. Отлично. Шикарно. Тихо. Великолепно. Ну, великолепно, конечно, это сильно сказано. Так, здесь определенно надо от этого дурачка избавиться. Ох. А ты хорошо, конечно, сделал. Прям по фэншую. Добейте, пацаны. Молодцы, красавцы. А я сюда вжарю пока по-тихому. Давай базовой херанем. Это шпион, паскуда.
Запреты на всех сразу? Фига ты что умеешь? Вообще так-то он призывной персонаж. Он должен был исчезнуть моментально. Бляха, тут нут. Вот нута я здесь не ожидал увидеть, кстати. Вот представь, как совпало. Нут против этой пачки. Самое то. Ай, бляха, там невосприимчивость к эффектам. Дай-ка стан дадим. Угу. Так, все, убили. Ну, теперь на нута вообще насрать. Что это сейчас было? Затащили. Не зря Антоха говорил, пробы КЛС его перемодили. Ладно, хорошо. Ну что я тебе могу сказать? На этом у нас все. На этом у нас все. 16 звезд. Даже, наверное, знаешь как? Не буду говорить, сколько звезд. Прочитаешь в комментариях, но предварительно 16. Пиши обязательно в комментариях свое мнение. Стоит ли делать дальше таким форматом светлое и темное джео, то есть именно по пачкам, а не по этапам. Ставь лайк, если понравилось, подписывайся, если интересно. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.